Так, друзья, всем привет, с вами Евгений Виргус, я рад вас приветствовать в данном видео. И сегодня поговорим об анализе партнерских программ, об эффективности и использовании UTM-меток. Вообще, нужно ли использовать партнерские метки, что это нам дает и так далее. Давайте зайдем сейчас в одну партнерскую программу. Это партнерская программа Виталия Тимофеева. Здесь вы видите, я зашел в эффективность рекламы. Давайте еще раз перезагрузим страницу. Эффективность рекламы. С 5. Ну, я за месяц выбрал. Сегодня у нас 5 просто января. Я нажал 30 дней. Вот с 5 января. Ой, сегодня у нас 5 февраля. С 5 января по 5 февраля за 30 дней вот такой вот результат. Это метка e-mail. Мы сейчас посмотрим более подробно, что это такое, да. И вы видите сумму. 67 955, то есть 100 оплат было сделано за один месяц, да, как все говорят сейчас, в рамках, в условиях кризиса, когда январь вообще ничего не продается, кризис, все плохо, ничего не работает и так далее, да. Вы видите общую статистику, количество кликов, 4000 кликов за это время было, 289 подписчиков именно по этой метке, да, это всего вот количество выше, это что касается данной метки. И количество оплат всего 101, из них вот email 100. То есть понятно, да? Все вы видите, всю статистику, вся она прозрачна. Давайте посмотрим, что конкретно у нас получилось по меткам. Использование меток. Январь месяц, 2016 год, да, вы видите. 30 дней, с 5 января по 5 февраля. Все, мы с вами берем и смотрим. У меня есть различные базы, да, есть основная база на смарте, есть метка автосерия, которая также встроена в базу подписчиков на смарт-респондере. Есть небольшая база в сервисе Goodly, там чуть больше 1000 человек. И, соответственно, это тоже тестовая серия, автосерия, которую я сегодня создал, по ней всего было 7 кликов. И еще есть тестовый небольшая база клиентов с Глопарта, их можно выгружать, насколько я знаю, вернее вы знаете, да, и можно использовать, например, сервис MailChimp, загрузить туда. Но я на MailChimp не использовал, лишь по одной простой причине, просто проверил, что метка работает, и, знаете, по своей лени, я, как и все, да, ленивый тоже, и не всегда делаю то, что хотелось бы, поэтому данную метку я не использовал. Давайте посмотрим, ну, убираем две метки, эту я не использовал, эту я поставил сегодня. И давайте посмотрим вот эти метки основные. Естественно, метка Smart Responder принесла больше всего денег, потому как я буквально в конце января начал рекламировать. И, соответственно, вот видите, да, 3000 кликов всего было и 58 оплат. Естественно, сумма, ну, скажем так, самая большая, да, потому как, естественно, когда человек обладает своей подписной базой, для него как бы, ну, не является большой проблемой зарабатывать в нишевых целевых партнерских программах. Но давайте просто мы уберем, да, к примеру, вот этот момент и не будем его считать. Мы просто посмотрим вот на другие метки. Хотя бы на другие метки и понимать, как это работает. Видим, да? 3032 клика и 58 продаж. То есть конверсия не такая уж великая. Если мы это убираем и смотрим на другие суммы. Ну, нет базы, да, то есть мы только создаем свою базу, она у нас небольшая. Делаем автосерию, и что мы получаем? Автосерия, у меня идет рекомендация бесплатного продукта Виталия Тимофеева, вернее, платного продукта. Точнее, бесплатного продукта, в котором после подписки предлагается небольшое, недорогое предложение стоимостью 650 рублей, из них 350 рублей комиссия. Дальше, естественно, если человек покупает еще какие-то товары, тоже идут начисления. Но это понятно, обычная стратегия партнерских программ. Так вот, если вы посмотрите сюда, да, то вот эти вот деньги – это чистый пассив. То есть это автосерия, это встроенное письмо в автосерию, оно приходит третьим в рассылке на четвертый день.
оно является далеко не с высокой открываемостью, да, потому как все-таки на четвертый день уже, ну, не такая высокая открываемость, как человек подписывается в первый день, получая какую-то бесплатность. И если вы посмотрите вот сюда, то вы видите, да, всего 686 кликов. Это небольшое количество, и каждый из вас может это сделать в течение месяца без проблем. 686 кликов и 26 продаж. Против 58 продаж и 3000 кликов. Здесь конверсия просто бешеная. Она намного больше, да? Если здесь я на платный продукт ввел, соответственно, вы видите, и количество подписчиков-то небольшое, потому как уже на выходе кто-то подписывался. А здесь на бесплатный продукт, где предлагается в конце, после подписки, платное предложение. То есть здесь и конверсия в подписчиков 232 из 686 кликов подписалась, и оплат большое количество. Если мы просто с вами возьмем калькулятор и прямо сейчас, да, посчитаем, возьмем и что-то у нас 26, разделим на 686 кликов. Мы получим конверсию 3%. Это бешеная конверсия для продукта. 3,79, почти 3,8. Да? Практически 4% получается конверсия в оплату. И это деньги в автосерии. Я вообще не предлагаю никаких усилий. И количество кликов небольшое. Вы сами все видите. И давайте посмотрим вот здесь, да, 58. Мы разделим на сколько? На 3032 клика. И конверсия у нас 0,1, ну, 1%, да, получается. То есть 1%, ну, 9, почти 2%. То есть конверсия в 2 раза меньше. Да, вы видите сами. То есть если мы используем целевой трафик, да, который теплый, горячий. Он, это люди, которые только подписались, они получают только там третье письмо, только четвертый день с момента подписки прошел, да. Соответственно, это лучше, чем когда мы отправляем по уже большой базе, где не такой уж большой процент открываемости, где многие имейлы мертвые и так далее, да. Вы видите, что конверсия в 2 раза больше. То есть свежая целевая аудитория дает лучший результат при правильном и грамотном подходе. Поэтому именно вот эти вот вещи, анализ и использование UTM-меток, да, они нам показывают, как вообще все это работает. Здесь тоже мы можем посмотреть, да, вот небольшая база там на Гудли, примерно где-то 1300 человек у меня. Вот вам, пожалуйста, 355 кликов, 16 продаж. Ну, давайте тоже уже посчитаем здесь конверсию. 16 продаж мы разделим на 355 и получаем 4%. Ну, как раз таки то же самое, да, почему 4% здесь и здесь. Все очень просто, потому как это свежая база в Гудли, и это свежая база. Почему? Потому как это автосерия, это те, кто подписываются, ну, свежие новые подписчики, да, и на четвертый день получают третье письмо. Вот таким вот образом. Соответственно, продукт один, естественно, конверсия одинаковая, и она достаточно высокая. Поэтому, друзья, если вы правильно и грамотно будете подходить к своему партнерскому маркетингу, знать, что и как писать, соответственно, использовать UTM-метки, как я говорю, да, соответственно, вы будете зарабатывать приличные деньги. И не надо смотреть там на бешеные базы, на большое количество кликов и так далее. Да, вы видите, что гораздо меньшее количество кликов дает больший результат и больший эффект. Конечно, сумма, да, здесь она перевешивает. Это бесспорно, это однозначно, потому как все-таки, когда есть свой бренд, своя большая база, да, соответственно, ты зарабатываешь больше. Но если мы это уберем, вы видите, что даже с небольшим количеством кликов можно делать хорошие продажи и зарабатывать. Это всего лишь одна партнерская программа, вот здесь и здесь, да, мы убираем Smart и прибавляем это 20. Сколько у нас? 22 тысячи рублей, да, получается. 22,5 тысячи рублей за один месяц. Не самый лучший месяц, далеко не лучший месяц, да, для заработка в интернете.
в условиях кризиса и так далее. Всего лишь на одной партнерской программе. Поэтому решать вам, работает партнерский маркетинг в данный момент, не работает. Это, конечно, решать вам. Но если вы ответите на вопрос, хотите ли вы научиться зарабатывать на партнерских программах прямо сейчас, скажем так, в то время, да, когда кризис, как будто да, многие считают, да, что это кризис, на самом деле как такового кризиса в партнерках нет и скорее всего не будет. Здесь просто правильный и грамотный подход, и соответственно все будет работать замечательно. Поэтому, если вы хотите реально научиться зарабатывать, получить готовую пошаговую систему обучения с максимальной скидкой, которая действует сейчас, я специально сделал так, чтобы она была, эта система была доступна, да, кликайте прямо сейчас под этим видео по ссылочке и приобретайте мою пошаговую систему обучения «Мастерская партнерских продаж». Я показываю, как вообще работать с партнерскими программами в целом, как заниматься инфобизнесом, как создать свою базу, как настраивать серии писем, даю примеры, шаблоны. Все это у вас будет в рамках системы обучения «Мастерская партнерских продаж». Если вам это интересно, если вы хотите получать результаты, соответственно, кликайте по ссылке под данным видео, вписывайтесь в систему, пока цена максимально низкая, максимально доступная для всех. Я не гребу за свои тренинги там по 20-30 тысяч рублей, даю намного больше, чем другие обещают, по достаточно приемлемой цене. Вы сами можете сейчас кликнуть по ссылочке, перейти и посмотреть, насколько доступна стоимость данной системы обучения. На этом все. С вами был Евгений Вергус. Всем пока. Если вам интересны партнерки, если вы хотите научиться зарабатывать, кликайте по ссылочке, оформляйте свой заказ. И встретимся с вами в системе обучения. Всем пока. Удачи.